Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и поздравил его с днем рождения. Шавкат Мирзиёев выразил президенту Азербайджана признательность за оказанное внимание и поздравление. Президенты отметили важность неформального саммита глав государств Организации Тюркских государств в Шуше 5-6 июля текущего года и контактов в рамках этого мероприятия. Было также подчеркнуто успешное развитие дружественных и братских отношений между странами в различных сферах. Главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.